Справка. Любомир Богоявленский. Телеведущий, экстрасенс, маг, психолог, философ, провидец, парапсихолог, эзотерик и таролог. Имеет два высших образования. По первому высшему образованию Любомир – магистр практической психологии, практический психолог, преподаватель психологии. В 2012 году с отличием окончил Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя, где учился 6 лет на дневном отделении факультета психологии. Также 3 года работал в Киеве психологом в государственных учреждениях с тяжелыми психически болеющими людьми. По второму высшему образованию отличник, окончил в 2015 году Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова по специальности учитель английского языка и мировой литературы. Участник русской битвы экстрасенсов 17. Эксперт ряда телевизионных проектов на Украине. Телеканалах. С 2021 года телеведущий экстрасенс и автор эзоцикла программ «Прометей», которые выходят в рамках проекта «Лабиринты судьбы» на европейском телеканале «Новый мир». Любомир – поэт и писатель, автор и соавтор более 18 книг, в число которых входят сборники поэзии, 2 пьесы, более 10 книг по магии и эзотерике, автор научных статей по психологии и философии, автор 3 колод Таро, гей Таро Черта, Таро Колдуна и Таро Вечности. Философ-аспирант, аспирант-психолог. Любомир Богоявленский пишет параллельно 2 кандидатские диссертации по философии и психологии. Сфера научных интересов – философская антропология, история психологии, патопсихология, проблема смерти и бессмертия личности. Создатель и руководитель Центра эзотерики и психологии «Прометей».